Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет испытание смотрителя. Показывал я вам уже на русском сервере, на китайке показывал. Дошло время сюда, тут у нас самые прокачанные герои. И сегодня мы будем тестить оживы плюс талантик смотрителя рунами. Какой состав я вам сейчас покажу. Что делать, думаю, я вам уже показывал. То есть покупаете усиление, у кого там слабенькие герои, формуете команду, формировка команды. У меня вот такой вот стрелок. Седна будет. Ну, то есть все с такими более-менее прокачками. Надо будет двоих еще докачать. Такой вот составчик. Единственное, стрелок наоборот собран. То есть у него рунами ожива. Сейчас попробуем, потестим, посмотрим, что же у нас с этого получится. Так, ну, в принципе, все. Как видите, только два героя отсюда, таких, которых мы не взяли. И поехали. Стартуем вот так вот. Начинаем так. Всех дальше. Подальше надо выкидывать. Сейчас хочу попробовать. Ну, первого я тут однозначно быстро затащу. Тут варианты. Так, сразу же у нас дается следующий. Так, Асурик и всех остальных подальше. Хочу так попробовать. Не, все равно достает, то есть без разницы, как вы выбросите. Как видите, жесткие они все-таки. Такс. Ну, плюс-минус, быстренько убивается, конечно. Такие вот награды. Ну, честно говоря, это не то, чего хотелось бы. Ай-яй-яй-яй-яй, нажал. Ну, хотя, в принципе, мне усиления тут особо не надо. Сейчас попробуем всех вместе вот так вот выкинуть. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти. Как-то странно, изначально бьет слабенько, потом нормально начинает дамажить. Смотрите, дамажит жестко, причем. Значки почета, видите. Не знаю, как быстро мы будем собирать это все, конечно, это смешно. Но это реально жестко. Так, ну, поехали, поехали сливаться, будем пробовать. Я думаю, ожива тут, честно говоря, не особо спасет даже. Вот видите, вроде казалось бы ожива. Все равно проседает жестко. Просто жесть. Смотрите, просто ушатал стычки. Как-то он так рандомно бьет, конечно. Ну, Седна, резнешь или нет? Их там. Хотя нет, резнуло. Надолго ли вопрос? Ну, пока держится. Сейчас будет минус Асура, наверное. Да, минус. Не, Асурик живет. Ничего себе, Асура. Живучий, живучий был. Что-то Асура живет, живет. Странно. Я уже думал, он сдох. Прямо живучий. Ну, вроде такой состав получше смотрится. Не знаю. Стрелка минуснули. Да, стрелок минуснулся. Ну, как-то, блин, жестковато. Честно говоря, даже не знаю.
Есть ли смысл этого бравлера? Конечно, то, что они живают еще более-менее, но не знаю, не знаю. Но я смотрел, там некоторые по 4 даже набивают. Надо, наверное, пробовать замедление ставить как вариант. Я, в принципе, тут доп. Удар всегда срабатывает. Но огненный красавчик держится. Держится, не сдается. В любом случае мы должны, в принципе, следующий заходик, по идее, если нам повезет, конечно же, затащить. Посмотрим. Но огненный выжил, ребят. Реально додержался до последнего. Так, окей. Попробуем. Сейчас я посмотрю, что тут у нас по рангам. 4. 4. Ну, четверки ребята понабивали. Даже многие понабивали четверки. Надо будет тестировать все-таки. Все, так, окей. Какой заходик есть? Ну, тестим дальше то же самое. Оживы. Так. Возможно, в принципе, есть вариант священный огонь поставить, но опять же, дамажит он все равно нехило, ожива тоже неплоха. Так, окей, есть. Поехали, попробуем. Повезет, не повезет. Так, держим кулачки. Смотрим. На себе он дамажит. Как-то рандомно бьет, я не знаю, то ли он усиляется со временем, то ли что. Ну, как видите, как-то рандом. Одних шатает, одних нет. Очень странно. Возможно, надо будет попробовать все-таки высадку разную ставить. Фига себе седну слил, ну все. Тушите весла называется. Ну держитесь, давайте. Держись, отхиливайся. Лазуля, на тебя вся надежда. Огник. Ну, не знаю, ребят. Скорее всего, вряд ли он набьет. Хотя надежда есть. Смотрим. Он, в принципе, в прошлый раз продержался. Давай. Давай. Надо будет попробовать высадку немножко по-разному. Я смотрю, он бьет. Надо будет лазулю попробовать высадить. Возможно, кулдаун попадем, не попадем. Ну, лазуля, давай. Я в тебя верю. Ты должен. Видите, и миссов очень много, надо точность ставить. Да блин! Собака! Ну, супер файл, короче, ребят. Как обычно, ждали, и блин. На самом практически конце, блин, просто тупо обломище. Чуть-чуть не хватило, блин, обидно.
Ну, ничего не поделаешь, это рандомчик. Надо будет потестить что-то другое. Потестим, посмотрим. Возможно, надо будет все-таки ставить какие-то рунки другие пробовать. Кажи, а не эти ставить на дополнительный удар. В общем, не знаю. Пока тестируем, как видите, ну, бывает такое, бывает просто тупо. Не везет, не прет, не знаю. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.